пробежалась в парке, наушники только забыла. Я не помню, рассказывала или нет, мне пробежка нужна для ГТО. Для сдачи ГТО нужно пробежать один из нормативов, пробежать 2 километра за 12 минут, если я не ошибаюсь. Вот у меня получается 2 километра за 13 минут. Так-то, по идее, мне бег не нужен, у меня лишнего веса нет. Единственное, только если это воспринимать как активность. Тоже это спорный момент. Некоторые говорят, что там суставы разрушаются. Ну, то есть... Ой, ну это все по ощущениям очень индивидуально. Я чувствую, что польза в этом есть. А вот, но... А так, в принципе, мне, конечно, упор нужно делать на другие спортивные виды. Не бег, а тренажерка, подкачать тело. Пилатес, он, в принципе, всем полезен. Но если вы знаете точно, что вы не побежите, например, можно хотя бы просто дома потанцевать, например, это тоже будет активность. Притом приятная. Но не засиживаться. Не засиживаться. Так, еще по поводу бега, кто побежит, да, что мне помогает, я обратила внимание, это разминка до бега. Так это набираете. Разминка до бега, потом после бега сделать заминку. Тоже есть видео в интернете. Еще я уже рассказывала в прошлом видео, то, что мне помогает, то, что я другим спортом занимаюсь, это тоже. Все равно тело так или иначе подкачивается, мышцы становятся крепче и так далее. И помогает один спорт другому. Так, что-то еще хотела сказать. Не наедаться перед бегом. Что еще? Я вот ягод сегодня поела, клубника, вишня. Мне хватило. Так, еще что-то хотела сказать. Что я хотела еще сказать? Так, вот если вспомню дома, то напишу. Напишу. Но сейчас я просто вставлю вам красивые картинки, которые поснимала в парке. Без звука. А в следующем видео, скорее всего, я сниму свои закупки, покупки. И сделаю это прям отдельным видео. Чтобы те, кому это не интересно, вообще не смотрели. А кому интересно, посмотрели. Ну и все, в принципе, оставляю вас тогда с видами парка.
А вот это, по-моему, даже не так.